официальный партнер прогноза погоды – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Квадра». Жилой комплекс комфорт-класса «Калейдоскоп» в городе Артем. Квартиры с чистовой отделкой и готовым ремонтом. Закрытая территория, игровые и спортивные площадки, большой бесплатный паркинг. Пусть жизнь будет яркой. Телефон 8-423-297-7757. Генеральный партнер прогноза погоды – магазин «Электромонтаж». Магазин «Электромонтаж» предлагает кабель, электросчетчики, стабилизаторы напряжения, люстры, светильники и светодиодные панели. Большой выбор электро- и ручного инструмента ведущих марок. Все для проведения сварочных и электромонтажных работ. Электроды и газосварочное оборудование. Магазин «Электромонтаж». Профессиональный подход к любому делу. Мы находимся по адресу. Улица Гагарина, 24/1. Район «Угловое поворот». Телефоны 246-08-38 и 220-22-22, код города 423. 13 апреля в Артеме плюс 1, плюс 16. Облака к утру рассеются, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Во Владивостоке плюс 6, плюс 12. Ясное утро и погожий день плавно перетекут в пасмурный вечер. Без осадков. В Уссурийске плюс 2, плюс 15. Небо будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. И также без осадков. В Находке плюс 3, плюс 14. Весь день небо будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. И также без осадков.